Сегодня будет первый день погружения с Тритоном Про. Новая версия. Так что посмотрим.
Знаешь, ничего пока. Ну, сегодня мы уже 4 часа погружались на новой версии Pro. К сожалению, версия Pro продаваться не будет, она разработана для крупного проекта, для компании. Ну, у нее значение для глубоководного дайвинга, это для других целей. Закончилась сегодняшняя прогулка. К сожалению, только 4 часа погружения было. Натощак пошли в воду, хотел послушать. Ну так, можно было бы и 6 часов. На сегодня у нас, наверное, все. На сегодня у нас все.